Всем привет! Сегодня получила две посылки с Алиэкспресс, наконец-таки долгожданные. Хотя их там у меня заказов очень много, но почему-то они что-то совсем не хочет приходить. Ну вот, давайте посмотрим, что же тут пришло мне. Давайте откроем сначала большую вот эту. Какие у меня ножницы веселые, или это просто не хотят вот эти вот пупырыщатые бумажки разрезаться совершенно. Проще, наверное, ее вот так вот раз и разорвать. И достать, что же там есть. А есть тут вот такая вот штучка. Хорошо, хорошо завернута в пупырышечную бумажечку. Так, где тут начало, где конец? Вот. Заказала я себе вот такое вот приспособление дополнительное. Так как после того, как я себе заказала на Алиэкспресс штатив, такой высокий, я вам уже его показывала, вот он такой вот штатив, то тут было только вот такой вот винтик именно для фотокамеры. А когда мне надо было приспособить сюда телефон, так как я телефоном больше всего снимала, то вот эту штучку мне надо было отсоединять от маленького штативчика. Это очень было неудобно, что надо было от того туда-сюда это все передвигать. Поэтому я приобрела такую вот отдельную штучечку. И теперь у меня на обоих штативчиках есть такая... Так, она не прикручивается, пока там не придержишь этот самый винтик снизу. Вот, теперь все это очень удобно. Стоило это сущие копейки, так что не стоит мне теперь было заморачиваться, чтобы переставить с одного штатива на другой. Теперь у меня оба штатива и для фотокамеры, и для фотоаппарата. Ой, и для телефона. Наговорила бы что. Вот, если вам понравилась эта штучка, я оставлю вам ссылочку, заказывайте. Так, и вторая моя посылочка, сейчас посмотрим, что же тут пришло. Это разрезалось немножечко лучше, быстрее. А здесь, смотрите, даже не упаковали, а здесь это черное, значит, это должна быть подводка для глаз, потому что я такую уже вещь заказывала, мне она очень понравилась, и она у меня заканчивается. Я решила заказать еще одну. Очень, так она запечатана, очень хорошая подводка с очень такой тоненькой кисточкой. Хорошо подводит глаза, не могу вот сейчас это самое распаковать, потому что тут защитная пленочка есть. Пока я ее и вскрывать не хочу, потому что пока не использую ту, лучше, чтобы она у меня полежала так, не подсыхала. Вот. Я пользуюсь уже второй месяц. Как бы то достаточное там количество этой, средства этого, то ли там, что там, тушь или какая подводка это. Вот. Очень хорошая, всем советую, потому что подводит стрелочки очень тоненькие, очень ровненько можно подвести. И достаточно такая она черненькая. Тоже ссылочку я вам на нее обязательно оставлю. Довольна я сегодня своими посылками. Приходили бы они побыстрее. Вот. Ссылка будет под моим видео. Вот эти вот подводки очень-очень хорошие. У меня на ту подводку, которой я сейчас пользуюсь, она тоже, ссылка там есть и видео есть. Если захотите, можете посмотреть. Там я ее вроде открываю и показываю, какая там это самое, какая там кисточка эта. Вот, хочу вам показать все-таки подводку, которая у меня открытая, чтобы уже для полной картины, для ясности. Вот, она, конечно, у меня сверху немножечко уже стерлась, но вот, как видите, очень прекрасный вот такой вот носик у нее. Рисует она
Это немножко можно потолще, а можно потоньше. Вот, прекрасно. Прекрасная подводка. Мне она очень-очень нравится. Защелкивается вот так вот. Плотненько она защелкивается. Вот такая же самая, как та, которую я получила только что. Только вот сейчас распаковала. Здесь немножечко по-другому написано. Но заказывала я у одного и того же продавца. Потому что так как я уже ее испробовала, она мне понравилась. Поэтому я ее просто продублировала, чтобы у меня это уже было в запасе. Так что, дорогие мои, все прекрасно. Можете заказывать, сейчас ссылку оставлю.